крепка основа у туркмен. И вечно, как луна, пребудет вольную навек туркменская страна. В честь празднования 300-летия Махтымкули Фраги у нас в Ашхабаде открылся монумент Махтымкули Фраги и новый культурный парковый комплекс Махтымкули Фраги. Комплекс является отражением всеобщей любви и почитания выдающегося гения прославленного сына туркменского народа, творчество которого спустя 300 столетия знают и ценят на уровне международного сообщества. Друзья, также на территории культурного паркового комплекса установили монументы знаменитых поэтов, классики и мыслителей с мировым именем, представляющих различные страны. Монументы установлены в их честь, и они олицетворяют дружбу, братство и добрососедство народа, к чему призывал Махтымкули Фраги в своих произведениях.